Здравствуйте, любимые наши подписчики. Любим и благодарим вас за все. Любим и благодарим всех богов, духов и силы, с которыми мы с братом работаем. Сегодня мы проведем ритуал очищения и исполнения наших желаний в салоне самолета. Энергия в самолетах всегда сногсшибательна. Весь потусторонний мир приходит в сильное движение. Очень мощное электромагнитное излучение. На взлете уровень радиации составляет примерно 11 микрорентген в час, а при наборе высоты уровень радиации возрастает и становится около 40 микрорентген в час. На высоте примерно 9700 метров уровень возрастает до 150-170 микрорентген в час. Представляете, в какой атмосфере, в такой атмосфере, какой будет сверхмощный очищающий сегодня эффект? С какой энергией будут доходить все очищающие слова до всех богов, духов и сил? Этот момент ни в коем случае нельзя упустить. Очищающая благотворная энергия от вашего телефона для вас будет исходить супер-сверх-мега-мощная. Итак, полетели! Энергия самолета очень мощна, все зло врагам возвращает она. Самолет в небе летает, нас от всех порч очищает. Самолет небесной силой нас наполняет, от всего колдовства он нас защищает. Как только земли самолет касается, все наши мечты тут же исполняются. Мотор самолета громко рычит, нас от врагов навсегда защитит. Сила металла нашу просьбу запомнит, и навсегда он нас счастьем заполнит. Память металла не смыть и не сжечь, вечно он будет нас в жизни беречь. Сила металла нас очищает, нашим врагам она зло возвращает. Самолет высоко летает, ближе всех он богов всех к себе приближает. Просим мощью своею очисти от зла, прогони от нас прочь все тревоги без сна. Ты верни нам спокойствие, силу и благость, чтоб в душе у нас было лишь солнце и радость. Ты в жизни нам вечно всегда помогай, и в полетах всегда просим не оставляй. Все дороги мы просим, открой нам сейчас, все вражьи преграды разрушь ты для нас. Как в небе свободно летаешь, как птица, так нам, чтобы жизнью своей насладиться. Господи всемогущий, Владыка небес, молитвам нашим внемли. Благослови все наши воздушные и любые другие путешествия в настоящем или будущем времени. Запрети на время наших полетов или каких-либо других путешествий на каком-либо другом виде транспорта в настоящем или будущем времени буйствовать ветрам, и в целости сохрани наши воздушные судна или какие-либо другие судна и транспорт. Позволь всем нашим воздушным суднам и другим видам транспорта доехать, доплыть благополучно от начального пункта до конечной цели. Даруй нам всегда спокойствие и веру в благополучный исход наших воздушных и каких-либо других путешествий. Ты один Спаситель и Избавитель. Веруем в силу Твою и надеемся на благо Твое. Аминь. Господи Иисусе Христе, Боже наш, стихиям повелевай и вся горстью содержай. Его же бездны трепещут, ему же звезды присутствуют, вся тварь Тебе служит, все послушают, все Тебе повинуются. Вся можеши, всего ради вся милуеши, при благе Господи, так и ныне уба, Владыка, рабов Твоих сих, моления теплые приемля, благослови все наши воздушные или какие-либо другие шествия. Запрещай бурям же и ветрам противным, и лодью воздушную, или какую-либо другую, целую и невредимую соблюдая. Спасительное и небурное по воздуху ли, по земле, по воде, провождение им даруя и благое намерение совершившим им весь
весело во здравии и в мире возвратися изволь. Ты был есть и спас, и избавитель, и всех благих небесных и земных податель. И тебе славу воссылаем с обезначальным твоим отцем и пресвятым, и благим, и животворящим твоим духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. О добрый наш пастырь и многомудрый наставниче, святителю Христов Николая, услыша нас грешных, молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство твое, виждь нас немощных, отвсюду уловляемых и всякого блага лишенных, и умом от малодушия помраченных, подщися, угодничи Божий, не оставите нас в греховнем плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяниях наших. Моли о нас недостойных содетеля нашего и владыку, и мужа ты со бесплодными лики предстоишь, милостиво к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делам нашим и по нечистоте сердец наших, но по своей благости воздаст нам. На твое Бог ходатайство уповающее, твоим предстательством хвалимся, твое заступление на помощь призываем, и ко пресвятому образу твоему преподающе помощи просим. Избави нас, угодничий Христов, от зол находящихся на нас, и укроти волны страстей и бед восстающих на нас. Да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тени страстей наших. Молись, святителю Христов Николай, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и верию милость, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Энергия самолета очень мощна, все зло врагам возвращает она. Самолет в небе летает, нас от всех порчи очищает. Самолет небесной силой нас наполняет, от всего колдовства он нас защищает. Как только земли самолет касается, все наши мечты тут же исполняются. Мотор самолета громко рычит, нас от врагов навсегда защитит. Сила металла нашу просьбу запомнит, и навсегда он нас счастьем заполнит. Память металла не смыть и не сжечь, вечно он будет нас в жизни беречь. Сила металла нас очищает, нашим врагам она зло возвращает. Самолет высоко летает, ближе всех он богов всех к себе приближает. Просим мощью своею очисти от зла, прогони от нас прочь все тревоги без сна. Ты верни нам спокойствие, силу и благость, чтоб в душе у нас было лишь солнце и радость. Ты в жизни нам вечно всегда помогай, и в полетах всегда просим не оставляй. Все дороги мы просим, открой нам сейчас, все вражьи преграды разрушь ты для нас. Как в небе свободно летаешь, как птица, так нам, чтобы жизнью своей насладиться. Господи всемогущий, Владыка небес, молитвам нашим внемли, благослови все наши воздушные и любые другие путешествия в настоящем или будущем времени. Запрети на время наших полетов или каких-либо других путешествий на каком-либо другом виде транспорта в настоящем и будущем времени бодрствовать ветрам, и в целости сохрани наше воздушное судно или какие-либо другие судна и транспорт. Позволь всем нашим воздушным суднам и другим видам транспорта доехать, доплыть благополучно от начального пункта до конечной цели.
Даруй нам всегда спокойствие и веру в благополучный исход наших воздушных и каких-либо других путешествий. Ты один спаситель и избавитель. Веруем в силу Твою и надеемся на благо Твое. Аминь. Господи Иисусе Христе, Боже наш, стихиям повелевай и вся гостью задержай. Его же бездны трепещут, и мужа звезды присутствуют. Вся тварь тебе служит, все послушают, все тебе повинуются. Вся можеши, всего ради вся милуеши. Преглади, Господи, тако и ныне оба владыка рабов твоих всех. Моления теплые приемля. Благослови все наши воздушные или какие-либо другие шествия. Запрещай бурям же и ветрам противным, и лодью воздушную, или какую-либо другую, целую и невредимую соблюдая. Спасительное и неборное по воздуху или по земле, по воде, провождение им даруя и благое намерение совершившим им весело во здравии и в мире возвратися изволь. Ты, Бог, есть и спас, и избавитель, и всех благих небесных и земных податель. И тебе славу воссылаем с обезначальным твоим Отцем и пресвятым, и благим, и животворящим твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. О добрый наш пастырь и многомудрый наставниче, святителю Христов Николая, услыши наш грех, нас грешных, молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство твое. Вишь нас немощных, от всюду уловляемых и всякого блага лишенных, и умом от малодушия помраченных. Подщися, угодничи Божий, не оставите нас в греховном плену уйти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяниях наших. Моли о нас недостойных содетеля нашего и владыку, и может и со бесплодными лики предстоишь милостиво к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делам нашим и по нечистоте сердец наших, но по своей благости воздаст нам. На Твое ходатайство уповающее, Твоим предстательством хвалимся, Твое заступление на помощь призываем и ко пресвятому образу Твоему преподающе помощи просим. Избави нас, угодничи Христов, от зол находящихся на нас и укроти волны страстей и бед восстающих на нас. Да ради святых Твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тени страстей наших. Молись, святителю Христов Николая, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велию милость, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. По воле всех богов, духов и сил вселенной, по воле всех светлых и темных сил, отныне и до века, на веки вечные, бесконечно, все зло врагов наших, бывших, настоящих и будущих, уничтожается, а все наши желания, желания мои и желания моих светлых, добрых, безгрешных, бескармических отработок подписчиков, все-все-все добрые, светлые желания исполняются. У меня и у моих светлых, добрых, безгрешных, бескармических отработок подписчиков начинается наисветлейшая полоса в жизни, а все зло врагов, все вражьи подклады, крадники навечно удаляются, уничтожаются. Уничтожаются крадники финансов, здоровья, красоты, молодости, счастья.
семейного благополучия, процветания, карьерного роста, удачи, везения, успехов противоположного пола, крадники любви, крадники интеллекта, физической и умственной энергии уничтожаются, крадники уважения, дружбы, крадники детей, крадники всего-всего хорошего отныне и до веку, навечно и бесконечно у меня и у моих светлых, добрых, безгрешных, бескармических отработок подписчиков уничтожаются. А на их место встает в мою жизнь и в жизнь моих светлых, добрых, безгрешных, бескармических отработок подписчиков бесконечная полоса здоровья, любви, счастья, процветания, семейного благополучия, удачи, везения, дружбы, хороших здоровеньких детей, полоса почета, уважения, славы, карьерного роста, богатства. Деньги приходят легко-легко и быстро со всех источников Вселенной. Возвращается все-все-все до самой капельки, светлое, доброе, хорошее, чистое, очищенное, пропущенное через все фильтры Вселенной, что украли когда-либо наши враги. Наступает полоса бесконечной, роскошной, красивой, молодой, физически и умственно наполненной энергичной жизни. Все, о чем мы мечтаем, чего хотим, что очень сильно желаем, но только доброе и светлое, тут же в нашу жизнь приходит, как по мановению волшебной палочки. И никто уже и никогда больше не сможет украсть это. Никакой враг никогда не сможет причинить нам никакого вреда и зла. Да будет так. Если у меня и у моих светлых, добрых, безгрешных, бескармических отработок подписчиков есть общие дети с врагами, есть общие дорогие для нас люди или животные, то прошу темные силы этим детям, людям и животным зла не причинять. Пусть справедливость будет возложена исключительно только на детей, людей и животных, которые дороги только врагам, исключительно только нашим врагам. Врагам моим и врагам моих светлых, добрых, безгрешных, бескармических отработок подписчиков. Да будет так. Наши враги, как всегда, желают нам самого плохого. Но мы не позволим нашим врагам сделать это с нами. С себя мы все вражье зло, все-все-все зло до капельки снимаем. Все-все-все вражьи пожелания для нас уничтожаем, убираем, снимаем. И назад все-все-все вражьи пожелания для нас назад на наших врагов отправляем. Все-все-все вражье зло на врагов наших отправляем. Все, что наши враги нам желали, желают и будут желать в будущем, сразу же на врагов наших, тут же, сию секунду, с огромными процентами, в качестве науки и урока отправляется. Да будет так, заклято. Враги забирают наши ресурсы, ставят на нас различные крадники. Уничтожаю все вражьи крадники и на врагов сейчас же назад возвращаю. И ставлю на врагов все их крадники. У врагов наших сейчас же забираю все чистые, очищенные, от всякой грязи хорошие ресурсы. Да будет так, заклято. Теперь все, что враги наши нам желали, случится с нашими врагами, если на то позволяет Господь и высший праведный суд. Все их пожелания для нас враги себе сейчас же, сию секунду забирают до самой капельки. И сейчас же, сию секунду, на врагов наших летит огромный беспощадный бумеранг с их пожеланиями для нас. Теперь все враги, кто нам этого желали, каждый враг, который что-то из перечисленного нам желал и что плохого желал не из перечисленного, сейчас же, сию секунду, если на то позволяет Господь и высший праведный суд, себе забирает. С вражьими детьми случится то, что враги желали, желают и будут желать нашим детям. И с дорогими врагами, людьми и животными случится то, что желают враги нашим дорогим людям и животным. С каждым нашим врагом случится то, что каждый враг желал нам по справедливости. Все-все-все вражьи пожелания для нас пусть случатся с нашими врагами и исключительно с теми врагами, кто нам этого желал, и исключительно только то, что каждый враг нам желал, не больше и не меньше, если на то позволяет Господь и высший праведный суд. Лишнего не прошу,
Зла даже врагам нашим не желаю, а желаю только бумерангов, исключительно бумерангов, и больше ничего. С нас сейчас же, сию секунду, все вражье зло, все зло, до самой капельки снимаю. Все вражьи пожелания для нас убирают, уничтожают. И назад все вражье пожелания на врагов наших отправляют. Да будет так, заклято. Снимаю, удаляю, уничтожаю все вражье зло и на врагов назад отправляю. По воле всех высших сил, по воле всех светлых и темных сил, по воле богов земли, воды, огня, воздуха, по воле Бафомета, по воле богини Гегата, по воле самого дьявола, по воле всей вселенной, по воле всего, что есть во вселенной, по воле всех богов вселенной, по воле Иисуса Христа, по воле всех святых, по воле всех ангелов и архангелов, по воле Георгия Победоносца, по воле пророка Елисея, по воле пророка Даниила, по воле Иосифа Прекрасного, по воле пророка Соломона, по воле 160 ангелов, по воле крестителя Иоанна, по воле 110 святителей Второго Собора, по воле всех святых исповедников, испоручников, по воле Николая Чудотворца, по воле святого Киприана, по воле святого Михаила, по воле святого Давида, по воле святого Гавриила, по воле святого Рафаила, по воле Богородицы нашей, по воле северных богов Одина, Тора, Тюра, по воле славянского бога Сварога, по воле самого Аллаха, по воле всех духов рода моих и моих светлых, добрых, безгрешных, без кармических отработок подписчиков. Вражье зло с нас снимаю, все защиты врагов наших, врагов моих и врагов моих добрых, светлых, бескармических отработок подписчиков уничтожаю. Отныне и до веку, на веки вечные, без малейшей возможности восстановления и возможности сделать когда-нибудь и кем-нибудь новые. Все вражьи защиты, ключи, замки, закрепы, печати, отводы, переклады, различные программы, контракты, прошлое, настоящее, будущее, сделанные врагами закольцовки, слова, проклятия, пожелания в наш адрес, все вражье колдовство, зло, прошлое, настоящее, даже будущее с нас снимаю, уничтожаю. Отныне и до веку, на веки вечные, без малейшей возможности восстановления и возможности сказать и сделать новые. И к врагам нашим назад все их зло возвращаю. Все вражьи сглазы, зависть, сплетни, оговоры, сделанные врагами нашими, привороты, отвороты, остуды, черное венчание, различные привязки к мертвякам, сущностям, бесам, суккубам, инкубам, шайтанам, джинам и прочим видам злых некросущностей с нас снимаю. И сейчас же, сию секунду, к врагам нашим возвращаю. Отныне и до веку, на веки вечные, без малейшей возможности восстановления и возможности сказать и сделать новые. Снимаю и врагам нашим возвращаю различные сделанные врагами порчи и ошейники, паучью, кладбищенскую, цыганскую, узелковую, соборную, деревенскую, вортовую, родовую, венцы безбрачия и все другие виды порчи. С нас снимаю и на веки вечные к врагам нашим назад возвращаю, отныне и до веку, на веки вечные, без малейшей возможности восстановления и возможности сказать и сделать новое. С нас снимаю и к врагам нашим назад возвращаю различные вражьи шепотки, заговоры, сделанные врагами блоки с духами рода, блоки с Творцом, блоки с ангелами, финансовые блоки, социальные блоки общения с людьми в жизни интернете, блоки на то, чтобы нас замечали люди в жизни интернете, блоки на счастливую семейную жизнь, блоки на знакомство и развитие отношений с противоположным полом, блоки на удачу. С нас снимаю и к врагам нашим назад возвращаю, отныне и до веку, на веки вечные, без возможности восстановления и возможности сказать и сделать новое, все закрытия, перекрытия всех дорог счастья. Все это полностью на врагов наших, бывших, настоящих и даже будущих возвращаю сейчас же, сию секунду, отныне и до веку, и на веки вечные, без малейшей возможности это когда-нибудь и кем-нибудь изменить. Все, что враги нам желали, полностью с огромными процентами сейчас же, сию секунду назад себя забрали. С нас снимаю отныне и до веку, на веки вечные, все наши бинарные связи, привязки, подключки, каналы со всеми нашими врагами, со всеми вражьими потусторонним миром, со всеми вражьими духами, силами, богами, помощниками. Все вражьи духи, силы, вражьи боги, помощники отныне до веку на веки вечные наши друзья и помощники. И я обещаю всем вражьим богам, духам и силам, что принесу для них хорошие дары от себя, от дорогих мне людей и от моих подписчиков. А вас, вражьи боги, духи и силы, прошу отныне
и до веку, на веки вечные, стать друзьями моими, друзьями дорогих мне бескармических отработок людей и животных, друзьями моих добрых, светлых, бескармических отработок подписчиков. Если вы, вражьи духи, боги и силы, сомневаетесь встать на нашу сторону и отныне и до веку, на веки вечные, помогать нам, а не врагам нашим, выступать против наших врагов, а не против нас, то я сейчас же, сию секунду, полностью снимаю все связи, подключки, привязки, каналы с вами. Да будет так, заклято. Все вражье зло с нас снимаю. Все вражьи кладбищенские порчи, привязки к мертвякам с нас снимаю. И к врагам нашим всех мертвяков на веки вечные возвращаю. Все враги, кто нам кладбищенские порчи делали, к мертвякам нас привязывали, сами сейчас же сию секунду в могилу легли. И ко всем мертвякам привязались. Все вражье зло с нас снимаю. Все вражьи родовые проклятия с нас снимаю. И на врагов наших назад возвращаю. Все родовые проклятия, проклятия на одиночество, родовые венцы безбрачия, родовые порчи на личную жизнь, родовые порчи на алкоголизм, родовые проклятия на деньги, нищету, разорение, родовые проклятия на прекращение рода, родовые проклятия на смерть мужчин либо женщин, родовые проклятия на самоубийство, родовые проклятия на детей, родовые проклятия на малый срок жизни, родовые проклятия на болезни. С нас снимаю и на врагов наших назад возвращаю. С нас снимаю и к врагам нашим назад возвращаю все переклады вражьей родовой кармы. И все-все-все виды других родовых перекладов с нас снимаю и к врагам нашим назад возвращаю. С нас снимаю назад врагам нашим возвращаю отныне до веку все вражьи крадники. Теперь на врагах наших будут стоять на веки вечные все их крадники. Крадники времени, благополучия, удачи, везения, социальные крадники, крадники семейного счастья, крадники мужчин и женщин, крадники детей, крадники детородки, крадники карьеры, крадники красоты, крадники молодости, все-все-все вражьи крадники всего доброго и хорошего. Зло врагов бывших, настоящих и даже будущих отныне до веку на веки вечные с нас снимаю и к врагам нашим назад все их зло возвращаю с процентами, с огромными процентами. Все потусторонние порталы врагов наших отныне до веку на веки вечные блокирую, без возможности это когда-нибудь и кем-нибудь изменить. Блокирую отныне до веку на веки вечные все вражьи связи с различными силами, духами, богами, с потусторонним миром. Блокирую все связи врагов наших с их духами и хранителями рода. Никто и никогда отныне до веку на веки вечные врагам нашим помогать и исполнять вражью волю не будет, заклято. Все вражьи установки, сделанные на нас врагами, с нас снимают и врагам нашим назад возвращаю. Все сделанные врагами блокировки на все наши чакры снимаю и назад врагам всех их блокировки возвращаю. Отныне до веку на веки вечные все наши чакры Муладхара, Сватхистана, Манипура, Анахата, Вишудха, Аджна, Сахасрара в полном порядке, гармонии, балансе, чистые, очищенные. А все чакры врагов наших на веки вечные блокирую их же блокировками. Полностью с нас снимаю назад врагам нашим, возвращая все подмены рода, подмены судеб нас, наши и наших детей. Полностью с нас снимаю назад врагам нашим, возвращая все вражьи подклады, подливы, окормы, опои. Полностью уничтожаю все вражьи коперы, все вражьи шабаши. Отныне до веку на веки вечные все вражьи жертвоприношения, вражьи дары богам сделанные, которые будут делать наши враги в будущем, обнуляя и назад врагам нашим возвращая. Отныне до веку на веки вечные все вражьи дары богам сделанные или которые будут делать наши враги в будущем, это наши дары богам. И потому все зло врагов отправляется отныне до веку на веки вечные без права и возможности это когда-либо и кем-нибудь изменить, сразу же полностью прямым ходом на врагов наших. Отныне до веку на веки вечные у меня и у моих добрых, светлых, бескармических отработок подписчиков все просто отлично, замечательно, все добрые желания исполняются, все проблемы легко решаются, а к врагам нашим все их зло назад возвращается. Полностью с нас снимаю и навечно к врагам нашим назад возвращают даже не магическое зло. Полностью с нас снимаю назад врагам нашим возвращаю все порчи на молодость, внешность, красоту, фигуру, глаза, уши, шею, волосы, кожу. Полностью с нас снимаю и к врагам нашим назад возвращаю на веки вечные все порчи на дружбу и любовь, все порчи на наши дома, квартиры, другое жилье, все порчи, сделанные через воду, все порчи, сделанные через зеркала, землю, огонь, воздух, луну, звезды, солнце, небо, деревья, растения. Полностью с нас снимаю назад врагам нашим на веки вечные возвращаю все порчи, сделанные на наши машины, другую технику. Полностью с нас снимаю назад к врагам нашим возвращаю все порчи, сделанные через сотовые телефоны, через WhatsApp, Telegram, Viber, через
через сообщения, через социальные сети, через телевизор, музыку, песни, через голосовые сообщения. Полностью с нас снимая к врагам нашим назад, возвращая все порчи, сделанные через животных, насекомых, птиц, рыб, через наш биоматериал, волосы, ногти, зубы, через наши видео, фото, голос, через наши фекалии, через нашу кровь. Полностью с нас снимая и к врагам нашим назад на веки вечные, возвращая все порчи на здоровье, порчи на голову, порчи на глаза, сердце, легкие, печень, почки, желудок, кишечник, нервную систему, ноги, колени, тазобедренные суставы, ступни. Полностью с нас снимая назад к врагам нашим, возвращая все порчи на руки, суставы, плечи, пальцы, сухожилия, вены. Полностью с нас снимая и назад к врагам нашим на веки вечные, возвращая все порчи на мочеполовую систему, на гинекологию, на возможность иметь детей. Полностью с нас снимая назад к врагам нашим на вечно, возвращая все порчи на работу, бизнес, на политическую деятельность, на славу, почет, уважение, на концерты, на выступления по телевизору, в интернете и выездные выступления. Порчи на голос, внешность, красоту, все порчи на успех и продвижение по службе, на карьерный рост, порчи на музыкальные и другие виды произведений искусства, порчи на урожай, на скотоводство, на птицеводство. Полностью с нас снимаю и навечно к врагам нашим возвращаю все порчи на предпринимательскую деятельность, идеи, таланты, умственную и физическую активность. Полностью с нас снимаю и навечно к врагам нашим сейчас же, сию секунду возвращаю все порчи на безумие, дебилизм, тупость, глупость, отсутствие потери памяти, мороки. Полностью с нас снимая назад врагам нашим, возвращаю все порчи на алкоголизм, табакокурение, наркоманию, на игроманию, на сексуальный разврат, на обжорство. Полностью с нас снимая и к врагам нашим назад, возвращаю все порчи на отсутствие энергии, депрессию, апатию, порчи на самоубийство. Полностью с нас снимая и к врагам нашим навечно, сию секунду возвращаю все порчи на несчастные случаи, все порчи на лень, грязь, нищету. Полностью с нас снимаю к врагам нашим назад, возвращаю все порчи, сделанные на наших детей, к вражьим детям, полностью возвращаю по справедливости. Полностью с нас снимаю на веки вечные, к врагам нашим, бывшим, настоящим и будущим, возвращаю все виды злой магии всех стран и народов, турецкую, арабскую, египетскую, крестьянскую, мусульманскую, африканскую, индийскую, китайскую, японскую, немецкую, итальянскую, французскую, английскую и так далее. Все возможные виды злой магии полностью с нас снимаю и назад к врагам нашим возвращаю. Сейчас же, сию секунду, на веки вечные, без возможности это когда-нибудь и кем-нибудь изменить, любое новое колдовство и зло полностью снимаю и врагам нашим возвращаю. С этого мгновения и навеки вечные враги наши сами будут жить под гнетом своего же колдовства и зла, даже не магического, под гнетом своих же различного рода кранников ресурсов, которые к врагам нашим возвращаю и ставлю на наших врагов по справедливости. Отныне и до веку навеки вечные вражье колдовство и зло принесет врагам нашим и дорогим врагам людям столько же боли и страданий, сколько пережили мои добрые, светлые, без кармических отработок подписчики. И у врагов наших никогда и никем на веки вечные не будет ни малейшей возможности и шанса это изменить. Все зло врагам нашим вернется в десятикратном размере, если на то позволит Господь и высший праведный суд, в качестве науки и урока для врагов наших. На все воля Господа Бога нашего. А мне, моим добрым, светлым, без кармических отработок подписчикам, вернется в десятикратном размере все добро, украденное врагами, чистое, очищенное от всей вражьей грязи. Вернется добро, пропущенное через все фильтры Вселенной, если на то также позволяет Господь и высший праведный суд. Вернутся все чистые, очищенные ресурсы рода, богатства рода. Отныне и до веку, навеки вечные, озаряются светом Божьим жизнь моя, моих добрых, светлых, безгрешных, без кармических отработок подписчиков. Отныне все высшие силы, светлые либо темные, даруют каждому из нас, мне, моим добрым, светлым, без кармических отработок подписчикам, все, чего мы желаем в полном объеме, но только доброе и светлое. Полностью очищаю, наполняю себя дорогих мне бескармических отработок людей, своих светлых, добрых бескармических отработок подписчиков позитивом, счастьем, благополучием, финансами, здоровьем, красотой, молодостью, удачей, везением, исполнением светлых, добрых желаний, любовью, семейным благополучием, привлекательностью в глазах противоположного пола, друзьями, социальным статусом, карьерным ростом, уважением, почтением,
интеллектом, талантами, идеями, физической энергией, силой, мощью, чтобы хватало сил на все задуманные добрые дела, полностью очищая, наполняя свое сознание. Сознание дорогих бескармических отработок людей, сознание добрых, светлых, бескармических отработок подписчиков. Светом, чистотой, ясностью, пониманием, правильным, незатуманенным видением всего происходящего, видением, кто враг, а кто друг, яснознанием, яснослышанием, ясновидением. Мощнейшую, непрошибаемую отныне и до века на веки вечную защиту от всего зла врагов на себя, на дорогих мне бескармических отработок людей и животных, на своих светлых, добрых, бескармических отработок подписчиков ставлю. Отныне и до века на веки вечные через мои поставленные защиты смогут проходить только чистки и ритуалы на улучшение жизни. Все вражьи ритуалы от мной поставленной защиты отныне и до века на веки вечные будут сразу же отскакивать и прямым ходом сразу же на врагов моих, врагов дорогих мне бескармических отработок людей и животных, врагов моих добрых, светлых, бескармических отработок подписчиков сразу же в десятикратном размере по воле Господа Бога нашего возвращаться. Да будет так, отныне и до веку, на веки вечные. Слова мои очень крепкие, никогда и никому и никем не перебить. На свои слова мощнейший замок вешаю и ключом мощнейшим на веки вечные запираю. На свой язык защиту мощнейшую ставлю, как бы вражьи духи не давили мне на шею и не картавили мне язык и не мешали мне сказать правильные слова. На слова свои мощнейшую, огромную, неснимаемую печать ставлю отныне и до века на веки вечные и закрепляю все сказанное мной. Все потусторонние порталы врагов наших отныне и до века на веки вечные блокирую без возможности когда-нибудь и кем-нибудь их открыть. Блокирую отныне и до века на веки вечные все вражьи связи с различными силами, духами, богами, с потусторонним миром. Никто и никогда отныне и до века на веки вечные врагам нашим помогать и исполнять вражью волю не будет. Врагов всей магической силы отныне и до века на веки вечные лишаю. Всю вражью магическую силу себе забираю на борьбу со злом для помощи добрым, хорошим людям. Заклято закрепляю свои слова силой всех высших сил, силой всех светлых и темных сил, силой богов земли, воды, огня, воздуха, силой Бафомета, силой богини Гекаты, силой самого дьявола, силой всей вселенной, силой всего, что есть во вселенной, силой всех богов вселенной, силой Иисуса Христа, силой всех святых, силой всех ангелов и архангелов, силой пророка Елисея, силой пророка Даниила, силой Иосифа Прекрасного, силой пророка Соломона, силой 160 ангелов, силой крестителя Иоанна, силой 110 святителей Второго Собора, силой всех святых исповедников и споручников, силой Николая Чудотворца, силой святого Киприана, силой святого Михаила, силой святого Давида, силой святого Гавриила, силой святого Рафаила, силой Богородицы нашей, силой северных богов Одина Тора Тюра, силой славянского бога Сварога, силой самого Аллаха, силой всех духов рода моих и моих светлых, добрых, безгрешных, бескармических отработок подписчиков. Истина заклята. Любимые наши подписчики, у кого есть желание донатить, но нет возможности, пишите как можно больше комментариев. Можно даже просто смайлики. Самое главное, как можно больше комментариев, любых. Самое главное, это продвинуть наши видео, чтобы их посмотрело как можно больше людей. И чем больше вы внесете в это свой вклад, тем больше будет ваш энергообмен. Не оставайтесь должными темным силам, это очень опасно. Они больше всего вам помогают и возвращают бумеранги вашим паскудным, вонючим, мразям, врагам. И еще раз говорю, наши ритуалы не обязательно смотреть. Главное, тихонько включить и можете спать, заниматься своими делами, положить в сумку или карман свой телефон с включенным плейлистом наших ритуалов, которые называются «Ритуалы молитвы богам», и гулять по городу. А наши ритуалы и молитвы будут менять вашу жизнь в лучшую сторону. И еще раз говорю всем повторюшкам, чтобы не смели брать ни слова, ни идеи из наших с братом ритуалов. Вы на заметке самого дьявола, не рискуйте. Еще раз говорю, что наши с братом ритуалы хороши тем, что они сразу с наполнением. Поэтому, в отличие от чисток наших коллег, их можно смотреть сколько угодно раз. Мы сразу, как кусок грязи убираем, сразу же на это место позитив наполняем. Поэтому у вас никогда не будет энергетических дыр. А еще наши чистки сразу
защитами, но с защитами такими, которые все хорошие, улучшающие жизни ритуалы пропускают. Они пропускают только негатив. В отличие от защит коллег, у которых защиты могут ставиться такие, что не будут пропускать улучшающие жизни ритуалы. Но наши ритуалы разобьют любые защиты наших коллег. А еще, если вы поставите у этих же наших коллег защиты, а потом будете у них же смотреть ритуалы очищения, через их защиты, через их же защиты, их же ритуалы не пройдут. Напрасная трата времени будет для вас. Надо будет сначала снимать их защиты, прежде чем смотреть их же ритуалы. Или не ставить защиты у них, пока полностью не очиститесь, и вам не полегчает. И еще, если ритуалы очень короткие, меньше 1 часа как минимум, то толку от таких ритуалов можно сказать ноль. Чем дольше проходит ритуал, тем эффект будет намного больше. Или включайте ритуалы по много раз. Только так вы справитесь со своими врагами и быстрее исполните свои желания. Снимаю весь негатив, все чужое, наносное, все путы, привязки, присоски, рабские ошейники, подчины, разные блоки, закрытия, перекрытия, привороты, отвороты, пыльные накидки, мужские болезни, женские болезни, различные хомуты, кандалы. Свободными родились, свободными живем, свободными помрем. Ярмо снимаю, хомуты убираю, ошейники снимаю, кандалы убираю. Нам воля, врагам хомуты, да яма в поле. Нас уничтожаются, и на врагов наших назад возвращаются все болезни головы, мигрени, давление, болезни щитовидной железы, эндокринные заболевания, сахарный диабет, инсульты, инфаркты, ишемические и все другие виды сердечных заболеваний, межпозвонковые грыжи и все другие виды различных грыж, остеохондрозы, радикулиты, миомы, полипы, колиты, гастриты, язвы, псориазы, расстройства психики, сна, болезни, болезни легких, различные одышки, астму, безорукость, дальнозоркость и так далее. Все болезни наши отныне и до веку, на веки вечные уничтожаются и на врагов наших назад возвращаются. Да будет так. Никогда и никому мои слова не перебить. Истина заклята. Ключ, замок, язык. Печать неснимаемая навечно поставлена. Закреплено всеми силами, богами и духами Вселенной. Обратный ход колеса запускаем. Мне и моим добрым, безгрешным, без кармических отработок подписчикам все хорошее назад возвращаю. Наше счастье, здоровье, молодость, красота, финансы, благополучие и так далее. Врагами нас отнятые, нам назад сейчас же возвращаются. А врагам нашим все их зло, колдовство сейчас же назад отправляются. Время назад и все зло назад. Зло назад, туда, где враг, да будет так. Отвожу от судьбы лихую годину, время мирское вспять поверну. Тот, кто наслал, тому возверну. Лети, стрела, до его двора, а наш дом минует беда. 12 ключей, 12 часов запираю на засов. Как стрела к ворогу метнулась, так и время вспять повернулось. Нам набело начать, а врагам нашим выть да страдать. Отвожу от нас все лихое, не наше, а чужое. На все 12 часов, на все 12 месяцев, на полные 12 годин. Нам счастье, а ворогу кукиш да медный алтын. Вы часы стучите, вы часы гремите, вы часы работаете. Так и нашим врагам в голове стучать, в разуме играть, ни в какую ночь покоя не знать. Конь копытом стучит, время птицы летит. Час желанный наступил, дар желанный будет мил. Замок на ключ, ключ в сундук, сундук на море-океане, сундук на острове Буяне. Не доплывешь, не долетишь, да будет так. Тикайте часы, идите, врагам нашим все зло назад верните. Круг за кругом подгоняйте, сна покоя не давайте. Время движется вперед, враг все счастье нам вернет. Течет река, время торопится, вражье зло за нами больше не охотится. Ждать мы счастья больше не хотим, нашим врагам сейчас же все невзгоды возвратим. Все желания добрые мы сейчас исполняем, все помехи на пути прочь удаляем. Всех завистников вон навсегда прогоняем, что сегодня загадали, то осуществляем.
мечты свои во Вселенную опускаем и время для их исполнения подгоняем. Обратный ход колеса запускаем, мне и моим добрым, безгрешным, без кармических отработок подписчикам. Все хорошее назад возвращаем. Наше счастье, здоровье, молодость, красота, финансы, благополучие и так далее. Врагами нас отнятые нам назад сейчас же возвращаются. А врагам нашим все их зло, колдовство сейчас же назад отправляются. Время назад и все зло назад. Зло назад туда, где враг, да будет так. Отвожу от судьбины лихую годину, время мирское вспять поверну. Тот, кто наслал, тому возверну. Лети стрела до его двора, а наш дом минует беда. 12 ключей, 12 часов запираю на засов. Как стрела к ворогу метнулась, так и время вспять повернулось. Нам набело начать, а врагам нашим выть да страдать. Отвожу от нас все лихое, не наше, а чужое. На все 12 часов, на все 12 месяцев, на полные 12 годин. Нам счастье, а ворогу кукиш, да медный алтын. Вы часы стучите, вы часы гремите, вы часы работаете. Так и нашим врагам в голове стучать, в разуме играть, ни в какую ночь покоя не знать. Конь копытом стучит, время птицы летит. Час желанный наступил, дар желанный будет мил. Замок на ключ, ключ в сундук, сундук на море-океане, сундук на острове Буяне. Не доплывешь, не долетишь, да будет так. Тикайте часы, идите, врагам нашим все зло назад верните. Круг за кругом подгоняйте, сна покоя не давайте. Время движется вперед, враг все счастье нам вернет. Течет река, время торопится, вражье зло за нами больше не охотится. Ждать мы счастья больше не хотим, нашим врагам сейчас же все невзгоды возвратим. Все желания добрые мы сейчас исполняем, все помехи на пути прочь удаляем. Всех завистников вон навсегда прогоняем, что сегодня загадали, то осуществляем. Мечты свои во Вселенную отпускаем и время для их исполнения подгоняем. Через вражьи каналы врагам все зло назад возвращаем, а к нам, вражьему злу, навек все дороги перекрываем. Через вражьи каналы врагам все зло назад возвращаем, а к нам, вражьему злу, навек все дороги перекрываем. Дорогие наши подписчики, начались проблемы с Ютубом. Не дай бог, он станет недоступен в некоторых регионах страны. Поэтому, пока не поздно, подписывайтесь на наши каналы в Рутюбе, Дзене, Телеграм, чтобы нам не потеряться, чтобы вы не остались без нашей помощи. Ссылки находятся в шапке профиля. Энергия самолета очень мощна, все зло врагам возвращает она. Самолет в небе летает, нас от всех порч очищает. Самолет небесной силой нас наполняет, от всего колдовства он нас защищает. Как только земли самолет касается, все наши мечты тут же исполняются. Мотор самолета громко рычит, нас от врагов навсегда защитит. Сила металла нашу просьбу запомнит, и навсегда он нас счастьем заполнит. Память металла не смыть и не сжечь, вечно он будет нас в жизни беречь. Сила металла нас очищает, нашим врагам она зло возвращает. Самолет высоко летает, ближе всех он богов всех к себе приближает. Просим мы
мощью своею очисти от зла, прогони от нас прочь все тревоги без сна. Ты верни нам спокойствие, силу и благость, чтоб в душе у нас было лишь солнце и радость. Ты и в жизни нам вечно всегда помогай, и в полетах всегда просим не оставляй. Все дороги мы просим, открой нам сейчас, все вражьи преграды разрушь ты для нас. Как в небе свободно летаешь, как птица, так нам, чтобы жизнью своей насладиться. Господи всемогущий, Владыка небес, молитвам нашим внемли, благослови все наши воздушные и любые другие путешествия в настоящем или будущем времени. Запрети на время наших полетов или каких-либо других путешествий на каком-либо другом виде транспорта в настоящем или будущем времени буйствовать ветрам, и в целости сохрани наши воздушные судна или какие-либо другие судна и транспорт. Позволь всем нашим воздушным суднам и другим видам транспорта доехать, доплыть благополучно от начального пункта до конечной цели. Даруй нам всегда спокойствие и веру в благополучный исход наших воздушных и каких-либо других путешествий. Ты один Спаситель и Избавитель. Веруем в силу Твою и надеемся на благо Твое. Аминь. Господи Иисусе Христе, Боже наш, стихиям повелевай и вся горстью содержай. Его же бездны трепещут, ему же звезды присутствуют, вся тварь Тебе служит, все послушают, все Тебе повинуются. Вся можешь, всего ради вся милуешь. При благе Господи, так и ныне уба, Владыка, рабов Твоих сих, моления теплые приемля, благослови все наши воздушные или какие-либо другие шествия. Запрещай бурям же и ветрам противным, и лодью воздушную, или какую-либо другую, целую и невредимую соблюдая. Спасительное и небурное по воздуху ли, по земле, по воде, провождение им даруя и благое намерение совершившим им весело во здравии и в мире возвратися изволь. Ты, Бог, есть и спас, и избавитель, и всех благих небесных и земных податель. И Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. О добрый наш пастырь и многомудрый наставниче, святителю Христов Николая, услыши нас грешных, молящихся Тебе и призывающих в помощь скорое предстательство Твое. Вижь нас немощных, отвсюду уловляемых и всякого блага лишенных, и умом от малодушия помраченных. Подщися, угодничи Божий, не оставите нас в греховнем плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяниях наших. Моли о нас недостойных содетеля нашего и Владыку. Ему же Ты со бесплодными лики предстоишь, милостиво к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делам нашим и по нечистоте сердец наших, но по Своей благости воздаст нам. На Твое Бог ходатайство уповающее, Твоим предстательством хвалимся, Твое заступление на помощь призываем и ко Пресвятому образу Твоему преподающе помощи просим. Избави нас, угодничий Христов, от зол находящихся на нас и укроти волны страстей и бед восстающих на нас. Да ради святых Твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тине страстей наших. Молись, святителю Христов Николая, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велию милость, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Энергия самолета очень мощна, все зло врагам возвращает она. Самолет в небе.
небе летает, нас от всех порч очищает. Самолет небесной силой нас наполняет, от всего колдовства он нас защищает. Как только земли самолет касается, все наши мечты тут же исполняются. Мотор самолета громко рычит, нас от врагов навсегда защитит. Сила металла нашу просьбу запомнит, и навсегда он нас счастьем заполнит. Память металла не смыть и не сжечь, вечно он будет нас в жизни беречь. Сила металла нас очищает, нашим врагам она зло возвращает. Самолет высоко летает, ближе всех он богов всех к себе приближает. Просим мощью своею очисти от зла, прогони от нас прочь все тревоги без сна. Ты верни нам спокойствие, силу и благость, чтоб в душе у нас было лишь солнце и радость. Ты в жизни нам вечно всегда помогай, и в полетах всегда просим не оставляй. Все дороги мы просим, открой нам сейчас, все вражьи преграды разрушь ты для нас. Как в небе свободно летаешь, как птица, так нам, чтобы жизнью своей насладиться. Господи всемогущий, владыка небес, молитвам нашим немли, благослови все наши воздушные и любые другие путешествия в настоящем или будущем времени. Запрети на время наших полетов или каких-либо других путешествий на каком-либо другом виде транспорта в настоящем и будущем времени бодрствовать ветрам, и в целости сохрани наше воздушное судно или какие-либо другие судна и транспорт. Позволь всем нашим воздушным суднам и другим видам транспорта доехать, доплыть благополучно от начального пункта до конечной цели. Даруй нам всегда спокойствие и веру в благополучный исход наших воздушных и каких-либо других путешествий. Ты один спаситель и избавитель. Веруем в силу Твою и надеемся на благо Твое. Аминь. Господи Иисусе Христе, Боже наш, стихиям повелевай и вся гостью задержай. Его же бездны трепещут, и мужа звезды присутствуют. Вся тварь тебе служит, все послушают, все тебе повинуются. Вся можеши, всего ради вся милуеши, при благе Господи, так и ныне оба владыка, рабов твоих всех, моления теплые приемля, благослови все наши воздушные или какие-либо другие шествия. Запрещай бурям же и ветрам противным, и лодью воздушную, или в какую-либо другую, целую и невредимую соблюдая, спасительное и неборное по воздуху или по земле, по воде, провождение им даруя и благое намерение, совершившим им весело во здравии и в мире возвратися из воль. Ты, Бог, есть и спас, и избавитель, и всех благих небесных и земных податель. И тебе славу воссылаем с обезначальным твоим Отцем и Пресвятым, и благим, и животворящим твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. О добрый наш пастырь и богомудрый наставниче, святителю Христов Николая, услыши наш грех, нас грешных, молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство твое. Вижь нас немощных от всех
всюду уловляемых, и всякого блага лишенных, и умом от малодушия помраченных. Подщися, угодничи Божий, не оставить ли нас в греховнем плену уйти, да не будем в радость врагом нашим, и не умрем в лукавых деяниях наших. Моли о нас недостойных, содетеля нашего и владыку, и, может, и сою бесплодными лики предстоишь, милостиво к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делам нашим и по нечистоте сердец наших, но по своей благости воздаст нам. На Твое ходатайство уповающее, Твоим предстательством хвалимся, Твое заступление на помощь призываем и ко пресвятому образу Твоему преподающее помощи просим. Избави нас, угодничи Христов, от зол, находящихся на нас, и укроти волны страсти и бед, восстающих на нас. Да ради святых Твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховной и в тени страсти наших. Молись, святителю Христов Николая, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велию милость, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Энергия самолета очень мощна, все зло врагам возвращает она. Самолет в небе летает, нас от всех порч очищает. Самолет небесной силой нас наполняет, от всего колдовства он нас защищает. Как только земли самолет касается, все наши мечты тут же исполняются. Мотор самолета громко рычит, нас от врагов навсегда защитит. Сила металла нашу просьбу запомнит, и навсегда он нас счастьем заполнит. Память металла не смыть и не сжечь, вечно он будет нас в жизни беречь. Сила металла нас очищает, нашим врагам она зло возвращает. Самолет высоко летает, ближе всех он богов всех к себе приближает. Просим мощью своею очисти от зла, прогони от нас прочь все тревоги без сна. Ты верни нам спокойствие, силу и благость, чтоб в душе у нас было лишь солнце и радость. Ты и в жизни нам вечно всегда помогай, и в полетах всегда просим не оставляй. Все дороги мы просим, открой нам сейчас, все вражьи преграды разруши ты для нас. Как в небе свободно летаешь, как птица, так нам, чтобы жизнью своей насладиться. Господи всемогущий, Владыка небес, молитвам нашим внемли, благослови все наши воздушные и любые другие путешествия в настоящем или будущем времени. Запрети на время наших полетов или каких-либо других путешествий на каком-либо другом виде транспорта в настоящем или будущем времени буйствовать ветрам, и в целости сохрани наши воздушные судна или какие-либо другие судна и транспорт. Позволь всем нашим воздушным суднам и другим видам транспорта долететь, доехать, доплыть благополучно от начального пункта до конечной цели. Даруй нам всегда спокойствие и веру в благополучный исход наших воздушных и каких-либо других путешествий. Ты один Спаситель и Избавитель. Веруем в силу Твою и надеемся на благо Твое. Аминь. Господи Иисусе Христе, Боже наш, стихиям повелевай и вся горстью содержай. Его же бездны трепещут, ему же звезды присутствуют, вся тварь Тебе служит, все послушают, все Тебе повинуются. Вся можешь, всего ради вся милуешь. При благе Господи, так и ныне уба, Владыка, рабов Твоих сих, моления теплые приемля, благослови все наши воздушные или какие-либо другие шествия. Запрещай бурям же и ветрам противным, и лодью воздушную, или какую-либо другую
целую и невредимую соблюдая. Спасительное и небурное по воздуху ли, по земле, по воде, провождение им даруя и благое намерение совершившим им весело во здравии и в мире возвратися изволь. Ты, Бог, есть и спас, и избавитель, и всех благих небесных и земных податель. И Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. О добрый наш пастырь и многомудрый наставниче, святителю Христов Николая, услыши наш нас грешных, молящихся Тебе, и призывающих в помощь скорое предстательство Твое. Виждь нас немощных, отвсюду уловляемых, и всякого блага лишенных, и умом от малодушия помраченных. Подщися, угодничи Божий, не оставите нас в греховнем плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяниях наших. Моли о нас недостойных содетеля нашего и владыку. Ему же ты со бесплодными лики предстоишь, милостиво к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делам нашим и по нечистоте сердец наших, но по своей благости воздаст нам. На Твое, Бог, ходатайство уповающее, Твоим предстательством хвалимся, Твое заступление на помощь призываем и ко пресвятому образу Твоему преподающее помощи просим. Избави нас, угодничи Христов, от зол находящихся на нас и укроти волны страстей и бед восстающих на нас. Да ради святых Твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тени страстей наших. Молись, святителю Христов Николая, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и верию милость, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Энергия самолета очень мощна, все зло врагам возвращает она. Самолет в небе летает, нас от всех порч очищает. Самолет небесной силой нас наполняет, от всего колдовства он нас защищает. Как только земли самолет касается, все наши мечты тут же исполняются. Мотор самолета громко рычит, нас от врагов навсегда защитит. Сила металла нашу просьбу запомнит, и навсегда он нас счастьем заполнит. Память металла не смыть и не сжечь, вечно он будет нас в жизни беречь. Сила металла нас очищает, нашим врагам она зло возвращает. Самолет высоко летает, ближе всех он богов, всех к себе приближает. Просим мощью своею очисти от зла, прогони от нас прочь все тревоги без сна. Ты верни нам спокойствие, силу и благость, чтоб в душе у нас было лишь солнце и радость. Ты в жизни нам вечно всегда помогай, и в полетах всегда просим не оставляй. Все дороги мы просим, открой нам сейчас, все вражьи преграды разрушь ты для нас. Как в небе свободно летаешь, как птица, так нам, чтобы жизнью своей насладиться. Господи всемогущий, Владыка небес, молитвам нашим внемли, благослови все наши воздушные и любые другие путешествия в настоящем или будущем времени. Запрети на время наших полетов или каких-либо других путешествий на каком-либо другом виде транспорта в настоящем или будущем времени бодрствовать ветрам и в целости сохрани наше воздушное судно или какие-либо другие судна и транспорт. Позволь всем нашим воздушным суднам и другим видам транспорта доехать, доплыть благополучно от начального пункта
полета до конечной цели. Даруй нам всегда спокойствие и веру в благополучный исход наших воздушных и каких-либо других путешествий. Ты один спаситель и избавитель. Веруем в силу Твою и надеемся на благо Твое. Аминь. Господи Иисусе Христе, Боже наш, стихиям повелевай и вся гостью содержай. Его же бездны трепещут, и мужа звезды присутствуют. Вся тварь Тебе служит, все послушают, все Тебе повинуются. Вся можешь, всего ради вся милуешь. При благе Господи, так и ныне оба владыка рабов Твоих всех. Моления теплые приемля. Благослови все наши воздушные или какие-либо другие шествия. Запрещай бурям же и ветрам противным, и лодью воздушную, или какую-либо другую, целую и невредимую соблюдая. Спасительное и неборное по воздуху ли, по земле, по воде, провождение им даруя и благое намерение совершившим им весело во здравии и в мире возвратися изволь. Ты, Бог, есть и спас, и избавитель, и всех благих небесных и земных податель, и Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. О добрый наш пастырь и многомудрый наставниче, святителю Христов Николая, услыши наш нас грешных, молящихся Тебе и призывающих в помощь скорое предстательство Твою. Вишь нас немощных, отвсюду уловляемых и всякого блага лишенных, и умом от малодушия помраченных. Подщися, угодниче Божий, не оставите нас в греховном плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяниях наших. Моли о нас недостойных содетеля нашего и владыку, и, может, и со бесплотными лики предстоишь, милостиво к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делам нашим и по нечистоте сердец наших, но по своей благости воздаст нам. На Твое Бог ходатайство уповающее, Твоим предстательством хвалимся, Твое заступление на помощь призываем и ко Пресвятому образу Твоему преподающе помощи просим. Избави нас, угодниче Христов, от зол находящихся на нас и укроти волны страстей и бед восстающих на нас. Да ради святых Твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тени страстей наших. Молись, святителю Христов Николая, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велию милость, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.